фашизм. История без автора, без столики выдумки. Не было шанса на хэппи-энд. Это рождение одного из гениев. Так зародилась история без автора, без столики выдумки. Не было шанса на хэппи-энд. Это рождение одного из гениев. Он не был черным, но по душе в чем-то бы чем-то. При этом отдавал себе отчет, что не выйдет, если укутается глубже. Но хотел согреться в музыке, тут уже ничего изменить уже нельзя было. План биты примал, проблемы забывал. Рэп в плеере единственный number one. Он знал East West, как будто там бывал. И если вы хотите услышать песню до конца, приходите в саксофон MC. Вам покажет, как надо ее закончить. Вы просто сможете прямо там кончить. Под эти аккорды. Мы ритмом набьем вам морду. Мы мелодией надерем вам зад. Приходи в саксофон, и ты будешь рад. Приходи в саксофон, там будет много ребят, которые делают real hat, которые делают real shit. Если тебя это не торщит, свой зад тащи туда, и мы покажем тебе строго. Мама приготовит очень вкусный щи. Уже приготовили там, но мы тут репетируем по битам. Я уже повторяюсь, как грёбаный стим. Давай, Арам, не надо нас мучать, выключай свою подтягу и пошли кушать. Самое время распеться немножко. Всё, пока, до встречи. Приходите. 7.00. 15.00. Приходите и подругу захватите. Там будет секси-сифон. Секси-сифон в саксофоне. Там будет секси-арам вместе с нами. Я все.